Привет, мой дорогой друг. Хочу с тобой поделиться одной очень интересной техникой, которая про деньги. И про то, сколько ты в целом денег можешь пустить в свою жизнь, что такое деньги для тебя, и как ты их добываешь, с трудом или нет. Но вначале небольшая предыстория. У меня закончился мой двухдневный интенсив «Домкрат» по самооценке, мы в том числе разбирали там деньги. Я думаю, что многие из вас уже либо купили запись, либо были на нем онлайн. И я там делала такую технику. Меня некоторые ответы просто поразили. Сейчас расскажу, что за техника и какие меня ответы поразили. В общем, техника была такая. Закрой вот сейчас глаза и представь себе метафору денег. Как ты себе представляешь, как ты эти деньги добываешь? Просто. Буквально на 10 секунд сейчас закрой глаза. Я сейчас прям чуть-чуть помолчу. Если тебе недостаточно будет этих пары секунд, то выключи сообщение, представь, потом снова включи. Все, я закончила молчать, не могу долго молчать. В общем, что это за метафора денег? Это может быть, ты представляешь, как будто бы ты добываешь уголь, да, в шахте, или, не знаю, там, ловишь бабочек, или это звездное небо, точнее, ловишь звезды, да, с неба, или это вода, которая течет откуда-то, или водопад. Подумай, да, опять, что это такое, представь себе эту метафору денег, если еще не представил, выключи сообщение. Но меня поразили эти ответы, потому что там действительно было очень много ответов из серии «Деньги я себе представляю как темная комната, и мне нужно шарить по стенам, чтобы включить свет». Или «Я копаю руду в угольной шахте, добываю, все очень тяжело, я в поту». Или кто-то говорит о том, что «Я достаю звезды с неба». Или кто-то сказал, что «Я голыми руками ловлю птиц». Или, например, про бабочек тех же самых, да, что «Я с очком ловлю бабочек». И вот эти вот метафоры, они на самом деле очень интересные, потому что они отражают то, как ты относишься к деньгам. Потому что, во-первых, в этих метафорах нужно смотреть на три вещи. Первое, ты себе деньги как ресурс представляешь себе, он объятный или необъятный? Потому что если это, например, какая-то закрытая комната, то это говорит о том, что в твоем сознании деньги как будто бы ограничены каким-то маленьким пространством, какой-то комнатой. Это первое, да. Второе, нужно смотреть на то, насколько тебе они легко достаются. Например, если это там шахта или ловля руками птиц, то естественно, о какой легкости можно говорить речь, значит, у тебя в голове представление о деньгах, что деньги мне достаются тяжело, надо копать, надо трудиться, надо впахивать тоже, да? И третье, нужно вообще понимать, твоя метафора тебе о чем говорит? Насколько вот эти вот самые деньги, насколько ты можешь контролировать их приток, да, или где их брать. Потому что если это опять-таки нащупывание там света в темноте где-то, то это странно, согласись, да. Это значит, что ты не знаешь вообще, где эти деньги брать, ты случайно нащупываешь какую-то лампочку и ее включаешь. Или, например, тоже там птицы или бабочки, они захотели прилетели, захотели улетели, ты никак их не контролируешь. Я помню, когда мне делали эту технику, я представила себе просто безграничный океан, и я подхожу к нему с ведром. Мне тоже эта метафора показалась не сильно, скажем так, эффективной, потому что, да, хорошо, безграничный океан. Мне действительно кажется, что денег в мире огромное количество, их очень много, хватит на всех. Но почему я подхожу туда вообще с ведром? Я тут же начала думать о том, что нет, мне надо срочно пригнать туда яхту с каким-нибудь большим шлангом, и вообще эти деньги должны отбывать не я, а другие люди, потому что я не люблю сама ходить туда-сюда с ведром, и вообще нафиг мне это надо, самой ходить туда с ведром, да. Лучше пусть приходят какие-то люди, да, там, добывают их за меня, я буду только контролировать этот процесс. По сути, я этим вот и занимаюсь в плане того, что мы там строим свою команду. Поэтому вот такая интересная метафора, хочу с тобой поделиться. Надеюсь, что ты все-таки представил сейчас в голове эту метафору и не успел послушать мои ответы, но действительно это очень такая простая, очень глубокая техника, которая показывает, насколько вообще в твоем сознании есть мысль о безграничности денежных ресурсов, о том, насколько тебе эти деньги легко или тяжело даются, и о том вообще, насколько ты можешь сам это контролировать. Потому что очень важно еще, ладно, ты там понимаешь, что денег в мире много, да, что, может быть, они даются легко. Но у некоторых людей приход денег связан с другими людьми, что я не могу это контролировать, например. Я могу много зарабатывать, но это зависит не от меня. Вот поэтому такая техника. Наслаждайся. Если интересно, тоже пишите мне, если вам нравится история про деньги, хотите больше про деньги, потому что я периодически думаю про деньги, и про секс, и про все такие истории. Мне хочется где-то делиться, буду делиться. В общем, искренне, конечно, рекомендую «Домкрат», потому что это было огненно. Если важно послушать про самооценку и деньги, самооценку карьеру, самооценку и любовь, то приходите. Все, обнимаю, целую. Много вам денег. Точнее, немного, столько, сколько нужно для счастья.